Ну что же, всем привет, это третья серия по скаму. Вот, мы продолжаем. В прошлой серии мы нашли коряку. У нас есть дробовик. Мы находимся в тюрьме и... Вот, пока без приключений. Так, это уже интересно. Здесь кто-то походу шарится или что? Как он сагрился? Ну, явно тут не на меня сагрился. Слушайте, ну так-то надо быть сейчас поосторожнее, потому что... Это было явно не на меня. Потому что если что, придется давать пиздюлей. Где-то здесь, походу, даже недалеко. Давайте глянем, кто там. Потому что мне может проблем доставить много. Понял. Ладно, не будем пока так делать. Ладно, давайте пока пойдем поддолутаем. Мы будем все-таки более аккуратными. Надо на низ уже идти. Пять магазинов. Нам это не надо. У нас есть уже один такой. Нам там максимум на... Так, зомбяк же не сможет. Лопата. Через дверь пройти, что сказать. Еще один кухонный нож, который нам вообще не нужен. Какое-то машинное отделение. Пока ничего нельзя сделать, но почему-то можно взаимодействовать. Ладно, не будем это трогать. Ты опять голоден? Что типа по метаболизму? Так, вода опять начинает... Нет, вода не начинает падать.
Так, ну если ты голодный, то давай ты похаваешь у меня. Как тебе такой вариант? Ну, богов я захавай. Так, камера осматривать мужиком что смысла мало. Ну это все места, где мы были уже, как бы. Это бот стрелял. О, МРЕ. Ну, слушайте, ну здесь можно жить так-то, скажу. По-честному. Здесь мы тут МРЕ нашли. Стиралках я не думаю, что-то. Я просто даже не знаю, вот допустим, этот рюкзак он на сколько идет. Не, мой покруче. Мой покруче. Что ты такое? Еще одни перчатки, но у меня. Да есть перчатки уже. Я не знаю, куда мне тут еще, мне тут еще обыскивалось. Что мне там заметило? Ладно, давайте попытаемся сходить в какое-нибудь другое место. Ну тут вроде уже запакованы, не такие уже бичи. Ну, конечно, пуль на калашников хотелось бы побольше иметь. А, мы тут уже обыскивали, да? Обыскивали. Ну что, пойдем в другое место. Осталось отсюда только выбраться. Так, нет, подожди. Нам, по-моему, туда. Нет, тут столовая у нас находится. Беглый взгляд на камеру, а вдруг... А вдруг чё, да? В
Блин, где есть выход? Я уже хочу выбраться отсюда. Ну ладно, еще это прихватим. Что-то чипсы. Спагетти. Блин, ну эта тюрьма, она не отпускает меня. Короче, тут постоянно что-то спавнится. Тут вообще, в принципе, по-хорошему мне может можно жить. Ну, блин. Ну кому это интересно? Вот сейчас обыщу, и тут что-нибудь опять полезное будет, да? МП5 магазин. У меня нету МП5-го. Опять какие-то тряпки, шмотки. Короче, бегай, как говорится, от одного пункта к другому. Ну, где-то из этих ящиков, типа, забывали магазин вот М9. О, 7,62 на 54. 7,62... А, это СВД-шные патроны. Ну что, патроны есть патроны. Патронами разбазаривать не стоит. Так, а мы здесь не магазин выкинули? Тут у нас какой-то пирог валялся. Все, ладно, надо двигать отсюда. Потому что уже что-то надоедает вот сидеть. Ёп, конский. Вот это мы хорошо встряли. Вот это я хорошо нарвался. Да вытяни тут ружье. Ногу повредили. Что там у нас по состоянию надо глянуть? Так. Я не знаю, метаболизм. Блин, ну надеюсь обойдется. Этот гандон. Тяжело, там не порвал меня своими выстрелами. Ты ничего не видел? Давай иди отсюда. Где мы тут выкинули магазин? Так, о, сколько пиздатый ножен. Где избавленный? Ну-ка, давай-ка его лучше возьмем. Он выглядит поуверенней. Ну,
пустой какой-то он склад этот. Ну, только наверх еще загляну и все, пойду уже отсюда точно. Все, пошли. Мистер зомби. Вся, короче, ничего нет, и быть не может. Да? Сколько у нас патронов осталось на дробовик? Немного, да? А больше нету, да? 3 патрона. Потом придется брать коряк. На коряке у нас 7,92. Короче, 5,4. У нас 9 патронов на коряку. Не, с одним патроном я их тут не отобью. Надо искать обходные пути. Скоро опять, короче, вода начнет падать, поэтому давайте-ка, может, так, спрячь волыну. Ты волыну не хочешь чехлить, да? Надо придумать, как этих зомбаков, блин, избавиться. Или ждать, пока они рассосутся. Ладно, я так понимаю, нам только через верх надо, да? Так ты меня что, через стенку, что ли, видишь? Короче, надо будет поссать, а я не знаю, как это сделать. Отлично, забираем магазин. А, так, берем пистолет в руку. Пистолет в руку, берем магазин на быстрый слот и заряжаем его. Так, давай, пописывай уже.
А в магазин мы берем, ложим патроны. Лотаму. И теперь заряжаем. Не? А я, подожди-ка. У нас магазин все это время был. Отлично. Я даже не знаю, нужно ли нам два магазина. Нам, в принципе, одного пока хватает. А слушай, а мы можем же... Как это делать? Вот так вот мы можем делать это дело. Нет, мы не можем два магазина. Так, пистолет давай ты положишь на место. Я хочу их там запереть. Как сходить в туалет? Options, controls. Вообще без понятия. Фон, джамп, лимп. Крачат. Сейчас будет, блин, понатыкать.
Я хотел уже, блин, отсюда давно свалить. Сейчас попробую прокрас. Блин, как мне отсюда выбраться? Нужно кинуть что-то отвлекающее или что? Вот у меня есть дымовая граната. Блин, а то я тут походу застрял. Сколько у меня патронов осталось? 2 патрона. Семь, 92, 57. Сваливать отсюда или как минимум дверь отсюда запереть? Что у тебя было? Магазин, джинсы. Нихера у тебя и не было. Ну ладно, я все обыскивал. Блин, кто тогда дал двери открыть? Как мне теперь отсюда валить? Так, давай это произведи дегидрацию на стенку, только коряк потом не забудь, он мне еще нужен.
Ты можешь лечь? Там 7.92/57. Подожди, а чё у меня здоровье падает? Опа, дробь. Сохранители дроби 79, замечательно. Короче, робот уйдет, мы тут еще быстренько облутаем эти ящики и пойдем отсюда. По добру, по здорову, потому что... Тут что-то заопасно. Да какой таргет? Нет тут никого. Куда пойдем? На С2 туда наверх, наверное, да? Ну что, мы так и будем тут в гляделки играть. Блин, я что, застрял? Пацаны, я застрял, честное слово. Ну, пипец, обидно. Чё за рандом? Ладно, короче, на этом серию мы закончим. С вами был Зазепа. Вот так вот, короче, мы закончили нашу первую жизнь в этой игре. Вот, просто потому что мы застряли. Вот, никогда не садись в этом месте. Ну, всего хорошего, удачи вам, пока.